Ты новый ган, кстати, прокачал себе, открыл? Нет, открыть открыл, не прокачал. Хороший он вообще, нет? Да. Да? Да. Имба или просто хороший? Тут плохо. Чел забегает. По-моему, тебе заходит внутрь на первый этаж. Один бежит к зипке, по которой ты поднимался. А, это боты, наверное. Господи, боты, отстаньте от меня. Мы сделали поменьше ботов. Не 20 тысяч, 10 тысяч теперь. Захожу, короче, к тебе в хату. Вижу, соседнее здание, типа. Первый этаж. Нету бэпки какой-нибудь. Нашел его. Тот скорпион. Че есть у меня кто-то? Он обоих убил. Пушка на близкой дистанции офигенная. То есть прям бреет хорошо. Я про Honey Badger. Да-да, я понял. Приехали. Да. Не пугай, может сейчас к нам на зипку поедут. Поедут. Ну, к магазину то должны пойдут. В лобби они покружатся, блин, почти убил одного. Одного точно нокнул. Я тоже слепой. Точка. Ну-ка, как не вовремя. Он встал, он саморезнулся. И миномет кинул на себя сразу. У нас четверо, Вит, аккуратно. У меня. Нокнул твоего. Артает, еще летает, сука, всюду. Двоих убил. Снизу один у машины. Бежит влево от машины. Бля, только что влево туда бежал. А, второй этаж. Подавишь его? Нет. Справа в окно вышел, по-моему. Да, убегает. Куда собрался чел? Пластины потратил. Взял? Челика прям захар. Много, в общем. У меня тоже есть, бери. У меня фул пластинами забито все. Ну, у меня еще ящик есть пластины. Знаешь, какую главную фишку я не использовал этой игры? То, что можно в рюкзак еще одно оружие с собой таскать. Я только что взял. У меня снайпад, два пистолета и РПКшка. Да, вот я также мог снайперку брать, например, чтобы с собой пикаться на дальнее расстояние. Так, дам, посмотрим. Опа, тыл идет один, Челикс. Едет на тачке, вот он, Камик. Двое. Сел к нему еще один его приятель. К нам сейчас приедет, готовься. Угу. И ты где? Хорош. А, ты не добил его, что ли? Нет. Я думал, ты его добил. Казалось, ты добил. Лезь, да, вижу. Патроны заряжаются 20 лет. Я думал, не видел ты. Там Сенька, блять. И пророк.
Я не эту машину видел. После какую еще? Там еще одна внизу гоняла. Не видел, я думал, вторую. Ты про нее, поэтому я начал выше как бы ХГшку занимать. Газик хороший здесь есть. МБПЛА есть здесь. ХГшка. Вот этого сольника закрывать надо. Да-да-да, я поэтому к нему бегу. Надо быстрее его закрыть. И с его стороны, вон еще, смотри, там будут люди к нам идут. Желающие. Это ГУЛАГ делала. Выходи. Сзади. Хорош. Еще должны быть рядом. Еще должны быть рядом. У меня тут минус два. Я знаю, тут здесь больше было. Кулак еще упал на... Блять, на вышку залез у нас челик один. Так, давай в зону и засейвимся. Как они успели пройти? Народу много. Здесь снайпер перед нами должен быть. Я его согнал, надамажил, он улетел. А, яйцо вот тут. Второй этаж. Ну, сверху двое. Готов работать? Да. Давай. Ок, один. Больше ничего сделать не можем, только запушить его снизу. Там тяжело пушить, там один проход. Застанил. Найс, все, теперь мы тут живем. Два клеймора дал. Так, вот там бегаю, где мы только что бегали. Сука, с одним хп упрыгал. Тебе помочь или спину посмотреть? Не надо. Они нам дали по нам минометку аккуратно, чтобы с крыши не прилетел. Могёт. Вдалеке вижу бегают. И пусы. Еще там к ним ГУЛАГ, этот на парашютист летит. А у нас там. У нас там последний, наверное, вот там тусуется вид. Нок один. Крэк второй. Слева контейнер красный. Пластина вот тут ставят. Кряк. Нет-то. БП сейчас нету? Нету. Это по нам, да? Или чё? Не знаю. Ну, не было сигнала. У нас тут базарит рядом. Тут значок появился, тут разговаривает. Пластину добавь себе.
Я туда подъем смотрю, чтобы нежданчика не было. Эти там бегают от зоны. Да что ты, блядь? Прокнул типчика. Этот кто-то прям содит. Да вот, 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 слева он. На скалате там чел. Рэкнутый. Ты снайпа работал? Нет, я смотрю скин. У нас это снайпа под нами, где зипка. Да, вот здесь. На ноге пойдем? Нокнул. Надо... Ты добрал? А, ты добрал. Да, я добрал, я добрал. Я спускаюсь. Спустился. Рэкнутый. Доел. Последний остался где-то. Будки. Найс. 11-10. 21 настреляли. Красиво. А главное легко, блядь. С РПК с пистолетами это вообще на изи, блин. На изи делается. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.